Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как вы себя в ситуации, когда муж ревнует к прошлому? При этом я ни разу не дала повода ревности вместо 10 лет, если вы детей. Я его очень люблю, но как вести себя, как вести с ним себя, не представлял. Смотрите, в чем здесь ситуация? Да, с одной стороны, человек вот на самом деле, ну, как бы ревнует, да, и с одной стороны, ну, человек, как бы, ну, действительно имеет определенные проблемы, да, и, соответственно, если муж ваш вот как-то считает, что это проблема, да, если ваш муж, вот, ну, согласен с тем, что это проблема, то, конечно, ну, имеет смысл ему вот обратиться к психологу, да, и там поработать, ну, вот, поработать с психологом, да, и, в общем, эту проблему, ну, можно решить, это первое. Если мужчина, и вот, к сожалению, это такая вот куда более частая история, что мужчина не считает эту проблему. Вот. И вот что делать, как бы, в такой ситуации? Это вот самое, в общем-то, ну, печальное, самое грустное. И, на мой взгляд, очень важно то, как вы сами вообще вот к этому относитесь. То есть, как вы относитесь сами вот к своему прошлому. Вот. Если вы себя за это прошлое как-то бичуете, если вы себя ну вот за это прошлое как-то ненавидите, если вы жалеете о нем, то мужчина получает, к сожалению, ну, такое вот, знаете, положительное, так скажем, подкрепление, да, своей модели поведения, вот, к сожалению большому. Вот. Поэтому, чтобы этого не было, да, чтобы, ну, не было такого, крайне желательно вам начать гордиться тем, что происходило между вами и вот, ну, другими мужчинами, да, начать гордиться тем, что у вас такой опыт ну, был, да, там, вот, как им бы не был этот опыт, но он, этот опыт был, вот, и идея в том, чтобы этот опыт начать вам как можно скорее принимать, да, вот, потому что если вы этот опыт не принимаете, то вот у мужчины появляется как раз возможность ну, вами манипулировать в этом смысле, к сожалению. Вот, и манипуляция, в общем и целом, идет, ну, довольно жестко, серьезно, как вы сами можете видеть. Вот, и в итоге, как бы, ничего хорошего из этого не получается, в принципе. Вот, то есть, иными словами, как бы, ну, ну, реакция человека, это вот реакция на ваши отношения. Вот, к тому, что было. Его ревность — это отражение, вот как раз, значит,
отражение вашего отношения к тому, что было. Вот. Да, безусловно, у него есть свои собственные какие-то вот, ну, предпосылки для того, для того, чтобы испытываться вот те чувства, которые он испытывает, это, ну, это правда, да? Но вы сами того не желая подливаете масло в огонь таким вот образом. Сам факт того, что вы задаете вопрос, как мне себя вести, да, уже в какой-то степени, ну вот, вскрывает проблему того, что, а как себя вести, я не знаю, да, вот, как себя вести, чтобы там, условно там говоря, да, его, там, не знаю, ну, гипотетически, да, вот, чтобы его не, там, ну, не травмировать, например. Вот. То есть, тут вот такой момент. И, на мой взгляд, момент этот очень-очень важен. Ну, как мне кажется. Вот, вот, собственно, то, что я могу вам ответить сейчас. С точки зрения вот психологии, с точки зрения вот психотерапии, вот, с точки зрения своих ценностей, вот, в рамках моего подхода, да, который я использую, и надеюсь, что вам это, соответственно, поможет, да, да, надеюсь, что вы вот увидите в этом для себя что-то ценное, вот. Ключевой момент так или иначе заключается в том, как вы относитесь сами к тому, что вот происходило в вашей жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь.